Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня будет третья часть взрыва петард в этом болоте. В предыдущих сериях были очень крутые мощные петарды, так что всем советую посмотреть. Так, сегодня будем взрывать также мощных петард еще очень много. Смотрите, целая коробка, короче. Вот. Просто различные петарды. Мощные. Думаю, всем понравится. Также еще есть ракеты, ребята, разные. Вот. Обязательно будем их тестить. Так что, кто еще не подписан на канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить такие крутые ролики. Что же, ребята, давайте выберем несколько петард. Так, есть у нас вот такой Корсар 4 с дымом. Есть Шок P2000 зеленая пиратка. Давайте забахаем в этой серии вот такой супер бангер от фирмы Фурор. Так, вот здесь положим. Короче, возьмем вот таких петард. Так, это у нас жук. Дальше. КП-1000С. Вот такая типа мини-пиратка. И Корсар 4. Что ж, так, это в сторону. Давайте установим камеру. И будем начинать. Так. Как бы, думаю, как бы взорвать вот этот Корсар 4. Он с эффектом. Знаю, вообще получится или нет. Давайте тестить. Не, ребята, не получится. С эффектом петарды не хотят взрываться в воде. Давайте лучше затестим вот такой 1000S. Ух, класс. Так, жук следующий, Joker Fireworks. Сильно рано бросил. Затестим Корсар 4. Также, ребята, не получилось взорвать Корсар 4. Давайте протестим вот такую Сребную пиратку. Надеюсь, она взорвется. Ух, мощный взрыв. Так, пиратка. Есть мощный взрыв. Так, давайте затестим несколько мышек. Вот такие мышки есть. GM1 называется, от Fiery. Так. Следующая. Вот такая 5-взрывка или 4 взрыва, не знаю. Давайте проверим. Да, 5-взрывка, ребята. 5 раз взрывалась. Хорошо. Так. Тестим GM1 мышку. Кстати, ребята, видите, вон плавает большая петарда. В прошлой серии не взорвалась. Обязательно посмотрите прошлую серию. Очень жаль ту петарду. Но если, конечно, подплывет сюда поближе, заберу ее. Может быть, сделаю какую-то самоделку. Что ж, будем... Давайте ее попробуем ближе к берегу пригнать вот такой петардой от фирмы Фурор. Ух, ребята, аж уши заложило. Так взорвалась петарда. Очень мощная. Фуророрские петарды вообще просто улет. Всем советую покупать. Так, давайте выберем, чтобы еще такого затестить. Что у нас тут есть? Вот еще фуроровская P2000. Смотрите, черная. Тоже класс. Скрим протестим, если, конечно, взорвется. Так, жук такой прошлой серии не взорвался. Давайте его тоже тестить. Еще есть Red Bull. Так.
Вот так установили штатив. Будем подгонять ту петарду немного поближе. Надеюсь, получится. Так, бросим Red Bull. Так. Давайте P2000. Да уж, смотрите, как рвануло, очень много дыма. Даже уже не вижу, где-то петарда утонула или что. По-моему, утонула, ребята. Не наблюдаю я ее. Или вот там, по-моему, вот там. Вот в тех камышах. Так, давайте затестим Smoke Scream. Ну, не знаю, получится или нет. Ну, давайте тестим. Скорее всего, затух. Так, давайте жук. Два взрыва. Жуки обычно не взрываются. Выбираем еще петарду. Есть. Вот такой Корсар 6. Очень мощный взрыв. Так. Чтобы еще такого затестить. Так, есть вот такие, смотрите, Корсары 2 от фирмы Фурор. Давайте их затестим. Фиерские показали себя на высшем уровне. Давайте теперь затестим от Фурора. Посмотрим, как он взрывается. Так, ну думаю, в принципе, взрывается нормально. Так, следующая петарда. Корсар 4, 2 взрыва. Золотой дракон. Также, ребята, затухло. Ничего, у нас есть вот такой мини-треугольник. Мощный взрыв. Да, смотрите, вон петарда та плавает. Давайте ее попробуем подогнать. Вот такой киллер, или как называется петарда. Есть взрыв. Так, чтобы еще такого мощного затестить, чтобы петарда подплыла, давайте попробуем взорвать в этой серии вот такой динамит бум. Постараюсь туда бросить. Посмотрим взрыв. Да, ребята. Однозначно мощный взрыв. Смотрите. Очень много дыма. И петарда уже подплывает поближе. Вот. Что ж, ребятки, давайте взорвем еще несколько петард. И будем в следующей серии обязательно подгонять ту петарду поближе, чтобы ее забрать. Так, давайте посмотрим, что тут такого мощного есть. Взорвем еще Red Bull. Давайте затестим розочку. Вот так. И думаю, достаточно. Так, бросим первую розочку поближе. Ребята, еще и трес сработал. Очень круто. Так, давайте напоследок бросаем Red Bull. Есть. Что же, ребята,
Вот такие получились взрывы в этой серии. Надеюсь, всем понравились. Обязательно постараемся забрать ту петарду как-то в следующей серии и довзрывать, чтобы она подплыла поближе. Тогда посмотрим, что можно с ней сделать. Что ж, ребятки, надеюсь, ролик вам понравился. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал. Ссылка будет здесь, а также в описании. На втором канале выходят также крутые и достойные видео с пиротехникой, как и здесь. Всем советую. Обязательно заходите, смотрите, пишите свои приятные комментарии. Давайте наберем хотя бы 2000 лайков под этим видео. Что ж, надеюсь, ролик вам понравился. Смотрите также 4 ролика, может быть, вы их еще не видели. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, ребята. До новых встреч.